Всем привет, вы на канале Злата, и с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Предлагаю обсудить очередную футбольную новость и, конечно же, вести прогуляться. Готовы? Тогда погнали. Турецкий специалист Нури Шахин возглавил дортмундскую Боруссию. Уточки отдыхают на камушках. Белорусское болото. Контракт Шахина рассчитан до 30 июня 2027 года. Но мы все понимаем, что это всего лишь формальность. Нет результата, есть увольнение. А что, так можно? По велодорожке. И как пройти дальше? Мне надо туда. Ранее 35-летний Шахин занимал должность помощника экс-тренера Эдина Терзича, который 13 июня подал в отставку. Так, карта для велосипедистов. И где они, эти велосипедисты? А это что за коттедж? Прямо на дороге. Между прочим, Шахин был назначен на пост помощника тренера до января 2024 года. В качестве главного тренера Шахин будет работать не в первый раз. Он уже на родине работал с командой «Анталья Спорт» с октября 2021 года по 31 декабря 2023 года. Красота! Ну что, пожелаем Шахину удачи в дортмундской Боруссии. Надеемся, что он доработает, по крайней мере, до конца своего контракта. Но я сомневаюсь, а вы как считаете? У меня на этом все. Всем пока!